Cadillac Escalade 22 года, установлена система CarLink. На штатный монитор ничего не меняется, подключается через штатный USB система. YouTube можно пользоваться различными приложениями через Play Market после установки. В целом интерфейс такого плана. Сенсорный экран отзывчивый, работает все прекрасно. Так это выглядит. Интернет через Wi-Fi либо через симку. В данном случае ничего не подключали.